Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня в этом видео я расскажу вам, как я вязала это платье. Это будет мастер-класс «Диктант». Поэтому записывайте и потом по описанию будете вязать. В принципе, здесь сложного ничего у меня нет. И приступаем. Я вязала это платье с детской новинки. Детская новинка вам всем знакома, 50 граммах 200 метров. Крючок у меня был двоечка. Итак, давайте я так вам сейчас сначала покажу. Значит, нужны будут пуговицы. Вот я две пуговички сделала. Ну и в общем-то все. Вот такое платье, пышное, красивое у меня получилось. Итак, набрала я 27 воздушных петелек. 27 воздушных петелек, да, и начинала вязание в третью петельку от крючка. Я начала вязать. Первый ряд вязала столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. То есть провязываю один столбик, в следующий столбик вяжу 2 столбика, то есть прибавка. То есть делала прибавки через один столбик. Следующий ряд провязывала такими вот клеточками, да, у меня получились дырочки здесь. То есть я вязала через один столбик, пропускала одну петельку и провязывала столбик с накидом, воздушная петелька, и через одну петельку здесь опять столбик с накидом. То есть столбик с накидом, воздушная петля, одну петельку пропускаем, снова столбик с накидом, воздушная петелька. Здесь петельку пропускаем и так далее вяжем. И так у нас получаются вот такие вот клеточки. Итак, у меня вот этих вот клеточек, отверстий, да, получилось 19 штук. Я разделила их так, чтобы выделить, где у меня будут какие рукава. У меня, значит, получилось, вот наперед у меня 7 клеточек, по 3 клеточки у меня на рукава и по 3 клеточки на спинке. Вот. То есть я начала следующий ряд вязать. В каждую клеточку, вот в эти клеточки, да, на спинке и на переди, да, провязывала по 2 столбика с накидом. Вот так вот. По 2 столбика с накидом в каждую клеточку. Вот здесь у меня 7 клеточек было, да. Здесь у меня по 3 клеточки. А на рукавах, вот на рукавчиках, да, по три столбика с накидом я связала, вот, чтобы они маленько пышнее были. По 3 столбика. То есть вот здесь вот по 2, по 2 столбика, затем по 3 столбика в 3 клеточки, да. Затем здесь попереду опять по 2 клеточки, по 2 столбика. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот. Затем снова 3 клеточки у нас по 3 столбика и осталось 3 клеточки по 2 столбика. Вот, это я связала следующий ряд. Следующий ряд я начинала вязать. Значит, у меня вот здесь вот было по 2 столбика, это у нас 6 столбиков, да, и самый крайний был еще столбик 1. То еще один столбик крайний самый был. То есть у меня 7 столбиков получалось. 7 столбиков я провязала. Затем 3 воздушных петельки. И вот на этих рукавчиках я сделала вот такие вот, ну как арочки, да, маленькие. То есть 3 воздушных петельки и столбик без накида через одну петельку. Опять 3 воздушных петельки через одну петельку, столбик без накида. Вот такими арочками у меня получилось здесь. Вот это вот от столбика идет 3 воздушных петельки. И затем арочки. 1, 2, 3, 4, 5 арочек. И затем снова 3 воздушных петельки. И дальше вяжем столбики с накидом. Провязываю. Вот здесь 14 столбиков. У меня здесь было 7 клеточек по 2 столбика, да?
получается 14 клеточек, 14 столбиков надо связать. Вот провязала 14 столбиков, и здесь то же самое на втором рукавчике. 3 воздушных петельки, и через одну петельку я провязывала вот эти вот арочки. 3 воздушных петельки. Так же самое здесь у меня 5 арочек получилось, затем 3 воздушных петельки, и здесь тоже у меня 7 столбиков с накидом. Вот. Следующий ряд. В следующем ряду я уже рукавчики эти отделила. То есть вяжу, провязываю здесь вот 7 столбиков с накидом, затем 2 воздушных петельки связала, и дальше провязываю 14 столбиков с накидом, 2 воздушных петельки, и здесь 7 столбиков с накидом. Все, следующий ряд я провязываю полностью столбики с накидом. Там, где воздушные петельки были, также провязываю столбики с накидом. В следующем ряду я поменяла ниточку, провязала столбики без накида. Один ряд провязала столбиками без накида. Так, и затем вязала. Я так вяжу пока туда-сюда, то есть поворотное вязание, да. И в следующем ряду уже вязала вот эти вот столбики. Так, по-моему, они у меня вот с этой стороны были, с изнаночной стороны. То есть они тоже вяжутся несложно. То есть провязываю, первый у меня столбик, 3 воздушных петельки было, да. А затем я пропускала одну петельку, одну. Вязала 2 столбика с накидом, то есть столбик с накидом, еще столбик с накидом. Затем столбик с накидом, но уже вот в эту пропущенную петельку. То есть у меня такой получался с наклоном столбик. Так вот. Снова пропускаю одну петельку, провязываю 2 столбика с накидом. И затем столбик с накидом возвращаюсь вот в эту петельку, провязываю. И так вот они у меня получаются такие вот столбик с наклоном, как бы, да, перекрещенный столбик. Вот так провязала я этот ряд. И следующий ряд провязала я столбиками без накида. Вязала я также опять следующий ряд зеленой ниточкой, да, и столбики без накида обычные провязывала. Затем я соединила уже вот этот следующий ряд, у меня будет соединенный. Но сначала я начала вязать, то есть вязала в каждую петельку, брала петельку, то есть поменяла уже нить, да, значит, вязала за заднюю полустеночки петли, в каждую петельку провязывала 2 столбика с накидом, в каждую полупетельку. Вот так у меня получалась вот эта вот дорожка, которая у нас получилась из передних полупетелек, да. Этот ряд я провязала в каждую полупетельку, по 2 столбика вязала. Вот, и затем я соединила, то есть потом круговое вязание у меня получилось, да. И я начала вязать следующий ряд. Начало вязания 3 воздушных петельки. И снова я вязала за задние полупетельки. То есть у меня вот такая получалась дорожка, видите. Вот это у нас получается, остается передняя полупетелька. Вяжу за заднюю полупетельку. Вязала я здесь этот ряд, делала прибавки через 3 столбика. То есть 3 столбика провязывала, прибавка. Опять 3 столбика провязываю, прибавка. Вот этот ряд. Следующий ряд я вязала через 4 столбика прибавку делала, затем через 5 столбиков и через 6 столбиков. Все. Это круговое вязание было. И затем снова я провязала такую же вот дорожку, как здесь, зелененькую. То есть сначала вязала ряд столбиками без накида, затем вот эти вот перекрещенные столбики связала, и затем снова ряд столбиков без накида зеленой ниточкой. И затем снова ниточку я зеленую убрала, связала один ряд. Связала один ряд столбиками без накида, также за заднюю полупетельку, но опять же увеличивала в 2 раза петельки. То есть вязала в каждую заднюю полупетельку по 2 столбика. Столбики без накида. Вот у меня один ряд провязан столбиками без накида. В каждую полупетельку 2 столбика провязывала.
столбики без накида. И затем следующий ряд я связала уже обычно в каждую петельку обычную, за полную петельку я брала, да, провязала столбики с накидом один ряд. И последний ряд я обвязала тоже такими же арочками из 3 воздушных петелек. 3 воздушных петелек, столбик без накида. Опять 3 воздушных петелек, столбик без накида через одну петельку. Я думаю, что здесь все понятно. Больше я ничего не делала, нигде ничего не обвязывала. Вот здесь можете что-нибудь или вышить, или какую-нибудь наклеечку приклеить, допустим. Я этого ничего не делала. И вот такое платье у меня получилось. Сзади я провязала один ряд столбиками без накида, обвязала. Здесь вот я соединяла, то есть как бы петельки немножко я 3 вместе провязывала вот здесь вот в серединке, да. Вот, и второй ряд провязала и оставила здесь петельки для пуговиц. Вот. 3 воздушных петелек, и вот такие вот петельки у меня получились. Пришила пуговицы, и платье готово. Вот такое платье красивое получилось. Я его уже проутюжила через влажную марлечку, и вот такое симпатичное платье. Я думаю, что вы свяжете. Сложного здесь ничего нет. Если какие-то есть вопросы, пишите мне в комментариях, я обязательно вам отвечу и расскажу. На этом мое видео заканчивается. Всего вам доброго. С вами была я, Нина Тарасова. До новых встреч. Всем пока-пока.